сильно, извиняюсь. Я в центре смог поставил. Дэн, ой, Ник, ты еще. Смотри вверх. Смотри вверх прямо сейчас. Нет. Некит. А, я вижу. Я пал в навоз, а обосрался. Как говорится. Мак, я в тюрьме. Короче, за таким розовым кирпичным зданием, там еще контейнер синий такой стоит. Твои пустые. Я пал на вот, сам обосрался. Мак, вот. Хотя нет, с такой скоростью я не смогу так сделать. Слишком маленькая скорость. Или рискнуть? Я не буду рисковать. Опасно слишком. Смоук подобрал. Если он с тобой будет ездить, я тебя спасу. А вообще хз где Дэн? Не, я вижу его. А я тебя не вижу зато. Вот, направо посмотри, для тебя направо. Ты хотел до меня допрыгнуть. Да? Найс. Долетит. Я тебя на халпу смоук кину, если что, если он с тобой будет. Дэн за мной. Мака, дал смоук. Угу. Блять, он лайк, ладно. Ладно, Мак, сейчас жестко делаю. Ты видел это? Нет, меня Дэн просто отбил. Тактика, ближний контакт. Типа у Дэна осталось 30 секунд, и если он не поднимется, он проиграет. Хорош. Ебать. Дэн. А чё было? Так вы сдохли оба одновременно. Я не допрыгнул до лестницы просто. Кто сейчас стал этим? Я. В курсе то, что я заспавнился ровно за твоей спиной. А как я за тобой рухнул? Почему я на контру нажимаю, я падаю все равно в прозрачку? Так надо на W нажимать. А как я возле забора? В сторону лестницы смотреть. Ваня, я тут возле забора стою. Да тут везде забор. Красное, красное, белое кирпичное здание. Блять. Нет, я не сюда. Нема. Опа. На добычу идем, сука. Блин, где ты? Я только что здесь же был. Опа. Еден! Я тут возле за забором, блин, как-то сказать. Словами описать как. Как ты сейчас попал по мне? Я вообще хаю в другую сторону. Я пал на вот. Палку в жопу засуну. По центру ставлю маг и смолк. Около меня чел заспаунился. Go kill connector. Go kill connector. Иди убей коннектор. Денис поставил, короче, это.
Да я вижу Дэна рядом со мной. У нас сверху на белом здании. Ч, ясно, я в тюрьме, короче. Я понял тебя. Да. Он пасёт тебя. Ясно, Денису бы за такой ФДВД коммент бы оставили. Я свободен. Я помню, я пел песню и споткнулся потом. Я смог взял мак. Как еще с маками? Как еще есть маки взять? Раскидку придумывать, знаешь. На этой карте раскид придумывать. Опять в тюрьме. Да? Я не могу до лестницы. Мак, как так? Я разбиваюсь. Блин, ты гений, конечно. Найс, теперь не вижу вообще где я. Я сейчас тоже разобьюсь. А нет, не разобьюсь. Я на сёрф упал. Как вообще здесь мог подбирать, на что? Как вы здесь прыгать-то? Чё? Как здесь прыгать-то нормально? Я Simple Ctrl зажимаю, прям. Simple Dev Crash зашёл, видишь? Окей. Я опять смог взял. Дэн, за мной походу. А, нет. Если с тобой макать, я смог кинуть на халфу. А, я тебя вижу. Ёбаный, Дэн, за мной! Если что, я в тюрьме. Я шарик кидаю вверх, мак, чтоб ты понял, где я. Мак, времени, конечно, я считаю. Видишь, ты, а ты говорил то, что мало времени и карта большая. Блин, ну ты вырезал. Ваня, ты говорил, что это не весело. Сова говорит, да сова, кстати, да, говорил, что это не весело. Я не говорил, мне наоборот, Копсон Роберт больше всего нравился режим. Почему мне бомба не ставится? Вот видишь, Мака, даже чуть больше половины времени прошло, а мы уже раунд проиграли. Ты говоришь, что эта карта слишком жесткая для... О, найс, Дэн, Дэн. Это разбился, я помню. Так, я возле черного-синего контейнера, как-то так. Черно-синий, ну такой он темно-синий, я бы сказал. О, спасибо. Внимание. Или джин. Дэн, я тебя смоук на хлопуке, да? Никит, помнишь, Человек-паук и Питер Паркер, когда он пытался выпрыгнуть? Антоша. Я возле синих контейнеров снова. Вон было. Я тебе маку пишу, сука, ну 30 хп осталось. Сука, блять, обезьяна. Обезьяна. Дэн, если что, можно по лестнице подняться наверх, и там немного проще тебя освобождать. А чё смоки раскидываешь, чтобы вызволять типов? Мне, кстати, смоки они не всегда помогают, потому что просто дым и вообще никому ничего не видно. Просто это, по ножовщине. Кубай. А, ну вот, кстати, проиграли. Самая лёгкая игра в жизни. Мак, такой-то, конечно, подобуёбывался. Что я вообще сделал, блядь? Так ты меня пиздил, блядь, ломом. Дэн вообще сдох, а я тебя за несколько секунд поймал. Тут сложно мансить. Чё, опять выёбываться хочешь? А, это ты, блядь?
Хорош. Я также хотел на сервер прыгнуть. Макар, ты где? Где тюрьма твоя? Блин, где ты вообще в шоу? Ты там прям вообще внизу? Нет, на крыше. Нет, на крыше где-то. Я Дэн только что здесь был. А, ты, получается, у края карты был, кстати, вот тут тоже как бы ориентир. Алло, Мака. Кто этот? Мусор? Я. Так Мака или да? Я. Дэн говорит, не я. Буса. Я забыл, кого называли Бусой? Блядь. И где ты, Ник? Я возле лестницы, короче. Здесь стена белая. Спасибо. Да, ё-моё, я в тюрьме. А ты смог поставил, Денис? Я в тюрьме. А ты поставил генератор смоков? Нет, не поставил. Ты попробуем без смоков. А, стой. Сейчас. Так ты не выберешься. Что? Вы чё, охуели, блядь, мрак? Ты не выберешься, блядь. Мак, ты лучше, я считаю, просто. Не, Вань, смотри, как бы тюрьма, она только по горизонтали действует, то есть по высоте на любом уровне, хоть там, не знаю, под землей. Денис, я это... Выше нос, Денис. Я понял, что выше. Я понял. Я. Давай, прыгай, прыжочек в воду делай. Я долбоёб, Денис. Спасибо, прости. Билли Джин. Насрал кувшин. Ау. Let's win. Вообще можно шарик вверх кидать, и тогда... Три битвы. Чтобы местоположение своё показывать. А, стрейпи. Ой, мне страшно. Не знаю, блядь. Где тюряга? Бей. А, ты не поставил их? Да, они, походу, не поставили. Почему этот звук издается и всегда? Чек, конечно, слишком низко. Я же такую лютую дичь сделал, я даже не понял, что я её сделал. А, тюрьма на крыше. Возле края карты. Как ты фотографию Николича ставишь? Никит. Блять, валим, Денис. Никит, как ты это сделал? На балкон. Денис суициднулся. Денис Роскомнадзор сделал. Денис пал в тюрьму. Я пал в навоз. Никит, я тебя машу. Я вижу. Я пал в навоз, я обосрался. Там макака пасёт меня. Макаки пасёт говном, блядь. Может, там сказать точно. Ну и макака ещё дурак. Я угораю с предсосочетания. Блядь, вот ты, сука. Ты лох, ну лох, реально лох. Повезло, блядь. Бля, как же ему повезло то, что он заспавнился здесь, а не внизу, блядь. Все просчитано до мелочей, понимаешь? Макака считать умеет, сказал бы Сева. Ланг. Мусульманская школа. Бля. Лох. И я лох. А кто этим
Эй, как вас назвал, блядь? Денис, походу. Денечка. Мак, я слазил. Мак, а где тюрьма? Блядь, в каком-то углу. Это же невозможно давать инфу, блядь. Сейчас я сторис еще не посмотрю. Чё? Такое, блядь? Мака, где? А, вижу. Че, с история Сан-Кебы? Знаешь, блядь, еще история с ебаными грудь. Ты меня увидел, сука. Конечные смоки, что ли? Распавнится через некоторое время. Ёбаный рот, блядь. Мак, ну я мансить буду, типа, если не смогу никак. Короче, в этой катке, что было в истории Стахана, метис был мафией, да? Да. Блять, я просто могу понять по его ебаному поведению. А доктором кто был, Илья? Да. А как, алё? Я потом фул видос скину, вообще орать будете. Там есть, там видос на 3 минуты. Пошёл нахуй, я тебя наебал! Кого послали? Кого наебали? Помочь. Мак, я раскупаю. Как ты сдох? Кто? Мак? Ты дурак, я вообще на месте стою. Так я тебя освободил из тюрьмы, ты почему не бежал? Потому что я его сразу ударил. Да, он меня моментально. Ты не мог сказать мне это? Так в смысле, ты думал, ты понял? Мак без инфы играет, видите. Так я вообще слил историю Стасяна. А где, в Инстаграме или в ВК? Так вот. Понимаешь то, что по факту истории Дэна лучше? Понимаете, по факту это мой видеоматериал, я не знаю, почему Стасяна его публикует. История Дэна, она интереснее. А, ВК? Да. А, да, там приключенческая комедия. Бля, хуй знает, меня вообще болевает, тянет уже нахуй. Почему? Не знаю. Бёрн классический. Фотография, где Мака блюет, а там Бёрн классический написать. Кто этот мент? Дэн? Кто Димент? Хорошо, я буду потише. А чё тут кастрит? Я понял. Сейчас наушники. Дэн, апельсингует. Я с другого угораю. Сейчас вот это забагит, он заорёт на всю хату. Мак, если не засал, смотри. Ну, давай. Смотри, если не засал, Мак. Спрыгнуть на серф? Давай, давай, вообще изи. Давай. Ой, блядь. А он поставит тряпу? Да, да. Ебать, я думаю, я разобьюсь. А где Мак? Он тебя видел. Он тебя видел сзади. А тюрьма где? Сзади ты пробежал ее. На повороте ты ее, найс. Я 360 крутил. Бля, он в этом углу теперь обоссан будет ставить. Бля, ну пойдемте прятки КС нахуй. Я сейчас, блядь, тошнит уже. Почему я опять это? Нейкин, го прятки КС. А чё, в смысле, почему?
Ну, типа сейчас мало людей, не особо интересно. У меня 15-14 счет. Да я не знаю, но все равно как-то, блядь. Эти текстуры же что-то плохо, блядь. Купи-ка я сосы, не будет текстур таких. Охуеть, заплати, чтобы не блевать, блядь. Или скачай из интернета и перекинь файл из Грэсмон. Охуеть. Блядь, я говорю. Я там, где фотка Метиза была. На самом высоком здании на этой карте. Я постараюсь тебя найти. Low HP, man. Да. It's pink. It's pink. Боже. Челик не видит, что у меня пинг 130, и он что-то мне еще высказывает. Блять, сейчас сдохну. Может, посмотри, как вообще нейтрально вот тут. На это. Хорошник. Я в центре где? Прям. Прям в центре? А, это ты? Найс. Дэн, я прям в центре. О, победа. Найс, Дэн. На шпагате прям умер. Кто я? А, я тут тыга. Ой. Что? Как я разбился, блядь, там уже не разбиваешься, блядь, на такой высоте. Деньги, пока ты пиздишь. Ёбаный рот, это кто, блядь? Да иди нахуй, крыса, блядь. Ты не видел меня? Дэн. Спасибо. Спасибо, я сдох сразу. Я понял. Охота на Денчика. Охота крепкая. Если охота только на, то только на Денчика. Вы че, серьезно? Никит, твоя очередь спасать. Спасатель мой любовь. Никит, я снизу. Спасатель Малибу. Я еще на твою голову упал, я думал, я сейчас сдохну уже. Я думал, мы застряли, блядь, уже. Я аж хотел охуевать, блядь. Блядь, тут вообще возможно за лестницу зацепиться? Ты опять сдох? Да. Найс, хорош. Теперь Ваню надо в тюрьму отправить. Хорош, макак лучше, я считаю. Да я ФК стоял, ты охуевший, блядь. Еще Дэн разбился сразу после этого. Авиакатастрофа. Виталий. А кто этот? Денчик. Короче, просто ФК пустые. Чего ты в ФК будешь стоять? Денчик не найдет. Он в центре, да, есть что? Бля, еще блеванул, как Илья во втором классе. Что? Я упал, на шеф, как я сдох. Ясно. Я это, на белом здании в углу карт. На крыше? Да. Вот маг я тебе кидаю. Я вот вверх кидаю. Да, я все, я вижу тебя. На веревку. Ща. Я тебе трос кидаю, маг, на. Ща. Не разбился, что? Ё-моё! Где ты? Я потерял тебя. Метод Дэна — это каждый раз прибегать и поебал убить. Да, кстати. Как по-другому?
А как еще с вами разговаривать? Я так сижу уже, блядь. Симулафить. Где смог? Бежали, сбежали. А где смог? Я хз. Меня херячат. Да хотя смог, ты его поставил? Охуеть, Мак, я в тюрьме. Как? Я, блядь, упал, он попал по мне как-то. Сало вытащили? Типа сейчас мяч, блядь, чисто кошетил. А, ну да. Настраивай мак, настраивай. Чё, нормальный мак? Перевес в этих бегающих, говоришь? А зачем Дэн сначала бьет перед тем, как вставит это? Дело. Тюрьму. Здесь у меня баг не работает. Ой, вижу, Денчик. Это психологический фактор, чтобы был, чтобы... А, это некий тупой. Найс, некий. Кто у нас этот, дядя Рома? Рер Рома. А, всё. Кто? Не знаю. Скорее всего, он что-то хуёво. Аня, ты где? В тюрьме. А тюрьма где? Осиживаю срок с дядей Ромой. Где тюрьма? Да, блядь, на какая крыша вроде. Серого здания какого-то. Ой. А, всё как... Блин, просто ещё лифтнул. Не, я всё, блядь. Сидим тут.